Всем привет! Приехал я снова на барсука в лес. Иду сейчас к норам посмотреть, что там есть. Нор, тропы здесь есть. И неплохие тропы. Посмотрим. Ну, тропы-то есть, а вот капкан, наверное, не получится поставить на тропах. Как обычно я делаю. Вон. Тропы. Нет такого заросшего ничего. Ну, туалеты есть. Вот они. Посмотрим в норе, если в норе поставим капкан. На нору. Спили мон. Лимон. Щи. Щи. Щи, 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 щи. Нет, наверное, барсука тут нет. Что-то норы брошены. Наверное, летом был, сейчас не ходит. Норы какие-то. Ну, паутина затянула. Приходить приходит, но в норы не заходит. Видно, что выкатано, присутствие есть. Но жить не живет. Поедем дальше. Есть еще здесь норы. Ну, поедем дальше. Нету здесь его. Ехал на следующую нору посреди поля. Тут есть нахожено. И ушел у меня такса. Сразу же пошел туда, в нору. Начал облаивать. Буду подготавливать под КП. Пробовать. Чтобы поставить. Капкан проходной. Здесь я буду раскапывать, вычищать. Видно, что свежий лимон. Не видать его. О, где-то ушел лубин. Ну что ж. Сейчас подготовимся к выходу филимона. И будем ставить капкан. Может, минут 40 сейчас там торчать из остановки. Он ушел еще дальше, где-то зажал барсука сейчас. И надолго. Минут 40 сейчас буду ждать. Ну, потом включусь, когда капкан буду ставить. Собака еще там. Бьется с барсуком, барсук очень сильно бьется, кинулся на филимона, сейчас был виск. Не знаю. Надо вычистить под капкан. Рядом тут. Короче, будем чищать. Лимон тут. В норе бьется. Уже где-то на выходе. Будем ждать, выйдет. То включусь, буду копать пока. Айда. Айда. Филя. Айда, поехали. Айда. 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 Шел опять. Вот так может длиться несколько часов. В общем, вкратце. Скорее всего, стемнеет, когда он оттуда вылезет. Уже сумерки. Я приготовил ямку, приготовил капкан. Капкан будет стоять вот так. Будет стоять здесь. Вот так будет стоять. Зафиксируется каланы. Здесь и здесь. И маленько прикрою его.
будет стоять, так перекроется еще маленько туда, завалится назад. Сюда, вот так. Так. Будет стоять по выходу барсука из норы. Все, вот эти бока закроются обои. И верх, и бока закроются. То есть он замаскируется. Но это уже будет, скорее всего, ночью. Ну, посмотрим. Может, успею еще снять. Уже солнце зашло. Осталось дождать собаку, когда выйдет, и все. Все. Серело совсем. Ничего не видно. Не знаю, меня видно будет или нет. Мошки съели, но Филимон еще не вышел. Он до сих пор еще в норе там гавкает. Вот здесь слышно даже. Где-то под низом вот. Прям подо мной гавкает. Хотя нора вот там в стороне. Будем надеяться вылезет сегодня. Дождусь. Установлю капкан. Не домой. Надеюсь, сниму еще. Посвечу фонариком и только как поставлю капкан. Все, дам, там дальше включусь. Так, вот я установил. Капкан. Еще бы. Бок надо прикрыть. Сейчас прикрою. Без фонарика тоже ничего не видно. Сейчас я бок прикрою. Вообще ничего не видать. Просидел он около норы, то есть в норе больше 2,5 часов. Это он рекорд сделал какой-то. Вот так. Закрыл, пускай стоит. Надо ехать домой. На улице темень, конкретно уже темень. 2,5 часа я просто простоял возле норы, прождал, когда вылезет собака. Ну ладно, вылез, слава богу, не покусанный, ничего, хотя барсук на него кидался не раз, я слышал хорошо топот и грохот, и как барсук рычит. Ну что ж, будем ждать результат. Прошел 5-й день постановки капкана в нору. Вот почему я не люблю ставить нору, именно по этому вопросу. 2 раза капкан был захлопнутый. Вчера вечером я приезжал сюда с собакой. Вчера проверял. Вечером, думал, он был захлопнутый и наклонен. Я думал, может, ушел, приехал с собакой, проверил, сидит там. Сегодня опять приехал. Капкан захлопнутый лежит. Прямо под этими ветками, под всей ерундой. В общем, считаю это уже бессмысленным, он не пойдет в капкан. Заберу капкан, буду ставить на другое место. Вот поэтому я не люблю ставить на норы, потому что барсук особенно осторожный. Может, кто скажет, что собака виновата, собака ни при чем, что собака там лаяла, это ни при чем. Потому что я раньше так ловил, ставил петли, и в петли попадался строго ночью, сразу на следующий день, в эту же ночь он выходил. Но сейчас петли нельзя. И вот капканы. В капкан он не хочет. На 3-й день вроде попадает 1 из 3 барсуков. Если он придет откуда-то, он в нору точно не залезет, если там будет капкан. Если его не загонишь на гону. Никогда не поймается. По крайней мере, у меня в практике таких случаев не было. Всем пока. Буду снимать, забирать капкан домой.